Житель, ну и чё ты говоришь про подарки, ну я не понял. Я тебе чё сказал? Чё ты, ты мне сказал? Ты представляешь, бабка раздает дарки, все подарки детям, представляешь? Бабка Грейни, которая? Ну, нифига конечно. Себе. Представляешь, она такая добрая стала, вообще капец. Мне кажется, может, тут что-то решили? Не так. В смысле не так? Это у тебя с головой не так. Да а в смысле? А бабка вообще хорошая стала, да. Она вот моему дала два, еще вот соседскому Петровичу. И чё вы решили? Чё решили? Все, теперь бабка наш кумир. В смысле кумир? Ты не забывай, что бабка это монстр. И любое ее действие... Но она уже не монстр! В смысле она не монстр? Ты хочешь сказать, что она все перестала быть злой? Конечно! Она раздает подарки! А помнишь на прошлой неделе, как она мой дом взорвала? А? И че? Она исправилась? И короче, ага. Она говорит, в общем, что она будет каждую неделю... Нашим детям дарить подарки. Вот. Ага. А хорошее поведение плюс еще два подарка будет давать. Нифига себе. Ну все понятно. Ладно, пойду бабке тоже подарок попрошу. Ну, ага. Давай. Блин, ребята, всем привет. С вами я, Коля. И что-то происходит очень странное. Если ты хочешь получить эту супер классную и крутую машину, которая умеет плавать под водой, перемещаться во времени, летать, то тогда просто поставь лайк и подпишись на канал. И когда ты это сделаешь, она обязательно появится. Я не шучу. Просто поставь лайк и подпишись на канал. В смысле, бабка исправилась, бабка стала доброй, бабка то, бабка это. Да какая добрая, она же все-таки монстр, ребята. Что-то мне кажется здесь не так. Бабка снова что-то замышляет. А если бабка что-то замышляет, значит, мы должны с вами все об этом узнать и, в общем-то, рассекретить. Ну а вы, ребята, сейчас обязательно меня поддержите и напишите, ребята, в комментариях, монстр, по-вашему, ли бабка Грэнни, или она уже давно не монстр. Вот, ребята, напишите, а мы сейчас, ребята, давайте тихонечко пойдем посмотрим, где же эта бабушка. Нет, может, в своей комнате? Картина. Ну-ка. Ой, оперный балет. Бабуся! А поменьше-то нельзя? Бабусь! Что там? Мне некогда, вообще-то я занята! А ты где, бабусь? А вы где? Ну, я у тебя на кухне. А, вот посидите на кухне, сейчас я приду. Секундочку! Ребята, а что она где делает, интересно? Ну ладно, я тогда супчик поем. Поешь, пока еще естся. Есть чем есть, да. В смысле, бабка, что ты такое говоришь? Чего? Да я вообще ничего не говорю. Так, все, я тут, давай. Так, баб. Базар, что пришел? Говорят, ты стала очень доброй и перестала быть монстром. Да, конечно. А что пришел-то? Бабка, я хочу у тебя игрушек попросить. Каких игрушек? Ну, каких детских. Да. Детских у меня нету. В смысле у тебя нету? Все жители говорят... Я тебе говорю, ты что, ребенок, иди отсюда, все. Собрал вещи, пошел. Бабка, мне нужна уточка, я хочу с ней плавать. Слышишь ты, я тебе сейчас уточка, я тебе сейчас сама, хочешь поплавать? Ладно, все, бабка ушел, хочешь, пока. Хочешь, я тебе устрою, хочешь, я тебе поплавочек? Все, отстань, бабка, давай, все, вот, иди. Смотри, какое у меня озеро красивое. Все, бабка, давай, пока. Давай, смотри, какое озеро красивое, блин, хочешь там покупаться? Ребята, в смысле? Значит, с жителем она выдает это все, а мне посмотреть даже не дала. Чё-то как-то здесь подозрительно. Давайте, ребята, попытаемся найти, может быть, эти игрушки у нее дома, потому что... Блин, а почему? Ну, сказала бы, да, хулиган, держи, пожалуйста, или наоборот, слишком вырос. Ну, показала бы, да, почему нет? Почему она их скрывает? Вот это уже очень подозрительно. Здрасте! Ты что, не понял? А я ты кое-что забыл. Ты хочешь купаться не в воде? Так, а я кое-что забыл, кое-что забыл. Сейчас я тебя в клетку-то, в принципе, не надо. Не надо, бабка, не надо. Тогда пошел вон отсюда, я тебе сказала. Хорошо. Выход забыл. Нет, все, я ушел. Сюда вышел быстро. Куда? То есть ты все-таки тупой. Ну. Сюда иди, я тебе сказала. Ребята, здесь сундуки все пусто. Иду. Раз. Пока. Два. Ну все, ушел. Я тебе сказала. Ладно. Надо сделать защиту. Да, ребята, слушайте, короче, там ничего нету. Может быть, она на кухоньке где-то что-то хранит. Давайте посмотрим. Так. Здесь все пусто. Так, в холодильнике все тоже пусто. Так, ребята, пусто. Это просто какой-то ужас. Так, ребята, слушайте. Опять это пронера. Надо все проверить, ребята. Нет, все пусто. Бестолочь. Так, тихо. Бабки здесь нету? Нет, ребята, бабки вроде здесь нету. Уходим дальше. Ой. Ты чё обалдел? Нет, ты чё обалдел? Я тебя спрашиваю. Бабка. Ты чё вообще все берега попутал? Ну все, я тебе сейчас... Бабка, ну я просто уточку хочу, дай мне сейчас уточку, баб. Сейчас я тебя зашкурю.
все, я тебе сказала. Давайте сейчас мне точно она меня не простит. Ты меня просто достал. Ребята, ты не понимаешь, где ты живешь, что ли? Ладно. Так, хорошо. Так, ребята, в смысле, не понимаю, где я живу. Папка, ты что? Ты не понимаешь, значит? Папка, ты что, мне угрожаешь, да? О, ай. Я тебе сказала, вот твоя деревня, там живи, ясно? А, еще раз в моем доме увижу, я тебе по хребту надаю. Короче, ребята, на первом этаже ничего нет. Осталось проверить пару комнат на втором этаже. Фу, это уж так. Какой-то просто, какой-то кошмар. Так, все, надеюсь, больше не придет. Это бестолковая. Так, ребята, давайте пройдем туда, посмотрим. Может, в ванной? Так, 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 так. Ребята, о, где можно хранить эти игрушки? Я не понимаю. А подождите вы, господи. Так, ну-ка. Оля! О, бабка с кем-то разговаривает, ребята. Оля! Так, ну-ка. Вот, давай. Ага, здесь я тебя ничего слышу. Нету. А здесь? Я тебя слышу, говорю. Плоха связь, здесь, да. Ребята, тоже ничего нету. Алло. О. О, алло. Вот, я тебя слышу. Кукловод, ДСКП, кукловод, ребята, слышите? Давай, говори. Что ты хотел? Ты сделала все, что я просил? Что? Ну, конечно, сделала. Все игрушки, да, сбрызнула своим зельем. Все правильно. Да. Зелье? Теперь... Игрушки? Да. Будут травиться, не переживай. Да. Травиться? А, ребята, так вот получилось. А знаешь, что ты хочешь? Ребята. Я тебе говорю, связь плохая, ты говори повнимательней. Я все сделала, ребята, да. Бабка. Завтра начнем выдавать деревенским жителям. Все, я тебе говорю. Смотрите, завтра, получается, новую партию будут игрушек, что ли, выдавать? О, кстати, кое-что я тут подумала. Чего там такое? Есть у меня, короче, один персонаж, на нем такой эксперимент, в принципе, и это... Я сегодня для уточки там сделаю кое-что. И как раз-то ему и подарим. Вы слышите? Короче, точно приходим в 12. Все, давай, пока. Так, ребята, нам надо, короче, срочно найти эти игрушки. Так, интересно. Давайте, ребята, чтобы точно это все было, выпьем, пожалуй, ночную... Ой, невидимость, ребята, какое ночное? Ой, так, это мне, что ли, звонит? Тихо, ребята, сейчас мы спрячемся сначала. Оп, все, теперь берем телефончик. Так, интересно. А, вот, ребята, возьмем телефон. Так, ой, это часы, ой, телефон. Алло. Оля. А? А, хулиган, знаешь, что я подумала? Чего? В общем, приходи завтра в 12 часов за уточку. Ага. Так, чтобы я тебе уточку подарю. Хорошо, бабка, давай, пока. Все, даже три. Все, давай, завтра. Три утки. Ладно, жду, давай, ага. Пока. Так, ребята. Какие-то эксперименты проведем, посмотрим. Слышите? Нет, ну точно, выживешь, блин, ребята, так, на втором этаже. Так, мы там все проверили, остался третий этаж. По-любому, ребята, в зельеварке, точно. Так, это давайте сломаем, тут ничего нету. Так, может быть, здесь? Так. Нет, ребята, здесь все тоже пусто. Так, где же в зельеварке, ребята? Нет, здесь обычные зельки. Так, может быть, в шкафах? Так, надо шкафы разобрать. Так. Все, ребята, в шкафах тоже ничего нет, иначе если было бы, все вывалилось бы. Так, может быть, в тех комнатах? Так, в дальних. Может быть, в детской? Так, в детской, ребята? Нет, в детской все тоже пусто. Блин, может быть, где-то... Где эти... Кофты ее висят. Нет, ребята, здесь тоже ничего нет. Мне кажется. Я уже весь дом прошел. Блин, ребята, неужели? Неужели она это все хранит не дома? Так, здесь... О, сундук открытый, нифига себе. Смотрите, какая-то магия. Вот они, ребята, смотрите, сколько здесь всяких разных игрушек. Маривай зельку. Так, пошла-ка в зельеварку, скажу. Так, ребята, блин. Особое зелье. Так, нам, короче... наварим. Так. Ребята, отлично. Так. Не поняла. Отлично, ребята. Так. Ставим больше динамита, ребята, больше динамита. Пока бабка не заметила. Хотя, мне кажется, она уже по-любому заметила, что там, ребята, я не поняла. Что-то не то. Все. А что? Улетаем. А куда это что-то делать? Ох ты! Это что? Себе! Блин, ребята, жесть. Ёперный балет. Так, теперь надо срочно выпить молока. Молоко, ребята. Пьем молоко. Это куда полдома моих делось? Все. Фух, я здесь был. Ёшкин кот. Это кто сделал, я спрашиваю? Алло, бабка. Слышишь ты? Ты сейчас у меня поалёкаешь еще. Что там за взрыв был? Я тебе сейчас твою алёкалку отключу, еще раз поалёкаешь, понятно тебе? Блин, ну ладно, не буду тебя отвлекать. Ё-моё. Ребята, смотрите. Это куда игрушки-то делись? Как все бабахнуло, ребята. Кстати, да, заодно и зельеварку. Ну ладно. Тебе придется выяснить, кто
причастен. Блин, ребята, бабка, надеюсь, точно не поймет, что это я, потому что я думаю, что никто меня не видел и, в общем-то, никто не засек. Но вы, ребята, меня сейчас обязательно-обязательно поддержите, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал, ребята. И, конечно же, ставьте больше лайков, чтобы быстрее выходили новые крутые видосы. Всем удачки, всем пока-пока.